По утрам звучит надрывно кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться, хоть бы раз. Ваша мать согнулась, постарела, что поделать, старость подошла. А как бы хорошо все посидели мы рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, в праздник песни пели до зари, а потом разъехались, уплыли, разлетелись. Вот ты собери». Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать: «Дети, срочно! Дети, очень срочно выезжайте! Заболела мать!» Из Одессы, Таллина, Игарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко у постели, а не у стола. Гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуке так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, в тягостной бессоннице ночей. Так неужели горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к срочным поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, вы приезжайте к ним без телеграмм.